Привет, привет, мои дорогие. Ну, Яна вчера сделала рисовую кашу. Ну, маленько, вот, видать, рису переложила. Получилась густая. Ну и что, вкусно? У меня завтрак. Каша рисовая, Юль, я тебе наложила. Вот ее то же самое. Бутерброд с сыром. Ну, и осталось у меня чуть-чуть селедки. Люблю. Бутербродик. Во. Каша сладкая. Селедка соленая. Маслица уже растают, правда. Ну, каша от дочки. Очень вкусно. Только горячо. Можно, конечно, ее реанимировать. Поставить на газ, добавить молочка, еще повариться. Ну, я и так съем. Обалденно считаю. Ах, сыр-то с маслицем еще. Ребят, как вкусно. Одной каши я не наемся. А тут все. И главное, вкусно. Разнообразие вкусов. Я вот эту селёдочку так, а вот это вот так вот. Не стесняйтесь, ешьте, как я. Ну, сейчас. Пришлось истратить салфетку. Но не очень удобно. Но вкусно, зараза. Я вообще даже люблю... Допустим, соленую карамель. Чтобы было сладко-соленое. Поэтому одного сыра мне мало. А вот это не пропадать же добру. Да что я вся... Ну, Наташа... Идеально, заказывайте столик в кафе, я к вам приду. Мне это как классно будет. Во. И кашка на ура. И в селёдочке все доем. А то лежит одинокая. Картошки я уже не хочу. Еще, вернее, не хочу. Пока.
для двух кусочков оставшихся селедки, что картошку-то варить, правильно? Я прям насыщаюсь. Пожрал, и настроение улучшилось. И проснулся. Правда, уже время-то обед. Ну, не важно. Кофе я уже с вами попила. Теперь можно и позавтракать. Очень вкусно. Так что, экспериментируйте. А я полежу. Мне можно. Все, всех подняла. Спасибо, были со мной, мои дорогие. Чмоки-чмоки, ваши Наташа.